七，那么也是出于战术考虑，教练给他安的队友，同样来自青岛的唐发莲获得了48公斤级的冠军。不知道今天晚上这几名选手的争夺当中，陈晓婷本身是从。翻赞没问题，看到这时候要稳住，有可能成功。哎呀，今天真的成功了，成功了！这位老将确实是不容易啊。抓举比赛中，他三次试举，三次成功。第三把举起了103公斤的重量，打破了尘封8年的世界纪录。По фамилии можно предположить, что она когда-то была рождена в Болгарии. И есть новый мировой рекорд. Ну, смотрите. О, 很轻松. Но сейчас это зафиксируют. Зафиксируют новый... Об этом. Есть новый мировой рекорд в толчке, и сумма, нужно уточнить, какая получается.那么西比尔是获得的停止的冠军是117。翻得这么轻松，有了新的世界纪录，又一次被朝鲜队。Ай-яй-яй. Вот это да, ну смотрите, просто в легкую расправляется с мировыми рекордами Таня Каширина, фантастика. И держи, Таня! Есть пятый мировой рекорд! Браво! Да, браво! Ну, наверное, две звезды на этом чемпионате мира пока. Илья Ильин и Татьяна Каширина, они друг друга...